Обнаружить болезнь на самой ранней стадии значит предотвратить ее. В поликлиниках Самарской области продолжаются диспансеризация и профилактические медицинские осмотры. За месяц их прошли уже более 28 тысяч жителей губернии. Наши коллеги побывали в 4-й Тольяттинской поликлинике, чтобы узнать, как там проходит диспансеризация. Все подробности далее. Оксана Шуваева старается проходить диспансеризацию ежегодно. Я считаю, что каждый человек должен делать, потому что то есть какие-то отклонения по здоровью сразу выявляются на ранних стадиях. Я считаю, что каждый человек должен ответственно подходить к своему здоровью, потому что здоровье – это залог счастливой жизни. В Тольяттинской поликлинике номер 4 после небольшого перерыва в пандемию возобновили диспансеризацию населения. Заполнение анкеты, согласие на диспансеризацию, потом проходит в отделении диспансеризации, где производится сестрами дача направлений на все анализы, забор крови, электрокардиограмм снятие. Потом, если есть необходимость, мы проводим УЗИ, обследование, осмотр доктора. И отвечает доктор на все вопросы, интересующиеся пациентов. Ну, полным ходом идет. На сегодняшний день у нас 1200 человек прошли диспансеризацию и медосмотр. За короткий период благодаря диспансеризации в Тольяттинской поликлинике номер 4 выявили много патологий, большинство из которых связано с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, у нескольких человек обнаружены такие серьезные заболевания, как онкология и сахарный диабет. Чем важна диспансеризация и профилактические осмотры? Это тем, что вот эти мероприятия направлены на раннее выявление заболеваний, о которых человек пока еще даже не подозревает. Повышенный сахар, да, повышенное артериальное давление, наличие каких-то образований. И поэтому очень важно обратиться, это есть возможность у каждого человека, и на ранних этапах выявить то заболевание, которое можно вылечить, которые можно не запускать. Постепенный переход части медучреждений региона к штатному режиму работы на контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Особое внимание уделяется разделению потоков больных и людей, проходящих плановые врачебные осмотры для обеспечения безопасности всех посетителей лечебных учреждений. Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация граждан старше 40 лет в нашей стране проводятся ежегодно. Записаться можно как по телефону, так и на сайте госуслуг. Ежедневно в Тольяттинской поликлинике номер 4 диспансеризацию и профосмотр проходит от 80 до 120 человек. Для работающих граждан предусмотрен прием в вечернее время и субботу. Если на первом этапе диспансеризации выявляют какую-то патологию, то далее пациентов направляют непосредственно к врачам-специалистам. Многие заболевания в ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому чем раньше обнаружить проявление болезни или риск их развития, тем успешнее будет лечение. Денис Капля, Юлия Шевцова, Андрей Костомаха. Новости Тольятти.